Всем здравствуйте. Сегодня у нас будет салат, который называется «Когда супа не хочется». Итак, поехали. Для этого нам понадобится с вами огурец, морковь и капуста. Капусту я беру молодую. Почему? Почему капуста молодая? Объясняю. Потому что она у нас молодая. Вот. Знаете, вот, сейчас такое время, что обязательно надо кушать всякие салаты, всякие, потому что зимой салат у нас, как говорится, не получится. Вот я беру, допустим, капусту. Сейчас я вам сюда вот положу. Положу вот. Видите, вот я сейчас посмотрю сейчас капусту. Вот. Ну, я думаю, мне хватит. Достаточно. Вот я снова щи сделаю. Не завтра, а послезавтра. Вот капуста у нас мытая, у нас чистая капуста, нормально. Вот, знаете, вот мы берем тоненькую капусту, так тоненько, так вот ее нарезаем. Вот, видите? Вот. Знаете, мять ее не надо мять, потому что почему? Ну, готовится она и так рыхлая, мягкая. Вот, видите, какая она получается. Ну, и кладем сюда ее. Вот. Мять не надо, потому что я мяту капусту особо не люблю. И готовлю ее на два порции. Знаете, вот сегодня я перетру, потом плюс завтра я. Ну, получается на 3 дня. Вот, видите, как она получается рыхлая, вкусная. Вот, смотрите, она как раз. Вот, видите, как получается рыхлая, вкусная капуста. Дальше мы делаем. Я ее не мешаю. Почему? Потому что, ну, она так. Дальше беру огурец. Огурец я резу обычно я способом беру и знаете, вот как я делаю? Я беру так, и вот так маленький, тоненький, вот, знаете, вот таким пластами резу. Вот они, посмотрите. Вот. То есть не толсто, а вот именно что тонко. Но я делаю огурец наполовину. То есть пол огурца, один огурец мы с вами берем. Он понадобится нам для салата. А вот он у нас. Тихо. Так вот. Так, вот это для салата. А потом готовить салаты. Вот были бы у меня половинки, там помидоры полно, потом что еще, перец обожаю, болгарский. И знаете, я бы приготовила бы кучу много салатов приготовила. Очень много салатов. Вот. Понимаете, мы и вот так вырезаем. И вот там, видите, бросаете мы вот так, смотрите. Вот, и получается у нас вот такое. Смотрите, вот у нас. Вот, смотрите, вот. Дальше беру морковку. Вот. И морковь я, ну, обычно натираю на крупной терке. Вот. Вот такой салат можно кушать его 3 дня. Ну, 3 дня, там, 4 дня. И, ну, это нет. Это, знаете, я не говорю, чтобы там до похудения. Нет. Просто иногда хочется покушать такого, чтобы, ну, сами знаете, вот. И вот. Кстати, сделаю сейчас. Сейчас я сделаю. Вот. Так, потом берем. И потом я сейчас, знаете, как сделаю. Я не буду всю морковь тереть, но. Я ее подержу на терке. А остальную я сделаю ее заводком. Вот. Мне вот так понадобится. Видите, сколько много. Все. Так, а это я сделаю на. Я сделаю на лаваз. Так, что мы сделаем? Видите, сколько это? Вот, можно. Нет, какая красота. Потом мы берем, так, руками делаем. Видите, вот, руками. Потом берем с вами. Уксус. Уксус наливаем мы с вами. Вот.
после этого мы с вами берем масло. Сейчас масло возьму, я еще секунду. Это вот мы поставим его там. Сейчас масло поставим. Так, теперь я наливаю перец солью себе. Так, и слив это перец. А теперь я беру руками, знаете, вот руками мешаю. Вот, видите? Вот я не ложкой, нет, не в коем случае, а именно руками. Вот. И тогда будет очень вкусный будет салат. И мы его кладем пока временно в холодильник. Пусть немножко пропитается. Вот такой салат у нас с вами получается. Видите? Вот. То есть мы его даже пробовать не будем пока. Ну, чтобы, ну, видите, какой вкусный салат получается. Вот. Вот, я все руки промою. Вот. И вот я же вам покажу такой салат я сделала. Видите, вот такой салат я сделала. Вот. Ну, всем пока, всем до свидания, до новых встреч. Пока, до свидания.